Всем-всем привет! Сегодня мы с вами идем в магазин. Я здесь один раз снимала. Называется Саймонс. Большой такой универмаг с одеждой. Значит, здесь представлены, например, всеми известные, любимые финская фирма Маримека. Вот. Не так, чтобы много, но кое-что есть. Здесь когда-то был еще Бенетон, но я что-то сейчас его не нахожу, если честно. Здесь очень много разной другой одежды. Юбочка симпатичная Маримека. Какой красивый свитер, девочки. $325 он стоит. Это тоже Маримека. Прямо очень красиво. Прямо очень. Ну и вот эти все маримекные, не знаю, как сказать, принты известные. Цветы, футболки, платья вот такие вот в цветах. Это такой халатик Маримека. Это типа домашний. Ой, цены никогда невозможно найти. А вот, $235. Домашний халатик. Нет, спасибо. Это платье за $485. Нифига себе. Ну, да, я понимаю, что Маримека это, конечно, бренд, но цены, ой-ой-ой, $485 за платье. Ну, такое. Это бренд называется Self Portrait. Он тоже дорогой, $550, английский, по-моему. Ну, такое, они все делают вот такой вот, знаете, бусинки, кружева. Это тоже их платье. $575. Тоже self-portrait. Настроенных девушек. Moschino. Бутик Moschino. $585. Ну, я вам это все показываю. Красивая расцветка. Но вы же понимаете, что есть такое же платье. Но цены, конечно, $775. Боже мой, боже. Вот такое вот платье легенькое, летненькое. Вот такое вот. Кензо. Мы не будем это мерить. Нафиг. За такие деньги. Слушайте. Я прям злюсь. Вот знаете, я прям злюсь. Ну, опять мы вернулись в Маримеку. Здесь когда-то был Бенетон. Я его ищу, но, по-моему, у меня такое впечатление, что он ушел из Канады. Мне кажется, что Пол Смит. Вот такие вот толстовочки. $180. Ну, это уже прям дешево. Какой-то вот такой лошадкой. Очень хорошего качества. Прямо чувствуется прям хорошее качество. Желтая такая есть. И вот такая вот длинная, как платье. Очень красиво. Цвета персик. Здесь, по-моему, еще есть... Что это за бренд Пол Смит? Мне кажется, я слышала про него, но я... $495. Но я что-то не очень... Платье-халат такое веселенькое. Видите, какое? Но я что-то не точно знаю, что это за бренд. Это мне помнится, но... Ну, в общем, не помню, я не могу вспомнить. $475. Так, я, наверное, пойду отсюда, девочки. Ну, что я здесь хожу за полтысячи... За полтысячи долларов платье разглядываю, да? Ну, не надо такое. Мы люди не богатые. И такое... Да, мы люди не богатые, поэтому пиджак за 850 нам не нужно. И к нему вот есть, кстати, брючки за $395. Можно сделать замечательный костюмчик. У кого есть деньги? Что-то невероятно красивое с вышивкой. Стоит $575. С такой красивенной вышивкой, девочки. Вот такое вот платье. Какой-то бренд. Называется Гант. Вот так называется. Я никогда не слышала про него. Красивое, вот это платье, красивая расцветка.
Ну, очень недешевые. 300. Окей. Вот, что-то симпатичное. Бренд называется Sisley. 225. Я Sisley была косметика. Одежду тоже они делают. Я первый раз, честно говоря, вижу такое. Мне кажется, его кто-то повесил. Оно не здесь должно висеть. Красивое платье. Я не знаю, хорошо сняла вам или нет. Вот такое. О, у меня есть похожее платье из КОС. Помните, я вам показывала? $125. И это Contemporary. Какой-то бренд. Его здесь очень много. Ну, ничего такое. Но я косовское свое купила долларов за 30, 40, 40, 39, я помню, что я за него платила. Так, пуховики за 150. Ну, уже совсем с ума сошли, уже совсем не сезон для пуховиков. Уже давно пора было бы на большую распродажу. Они все еще так чуть-чуть скинули цены. Так, вот здесь какие-то платьишки хорошенькие. 120. Голосочки мои. Вак для мишков. Это тоже такая известная компания американская. Делает красивую одежду. И недешевую. Да, $150. Ну как, относительно, в общем, по сравнению с другими, это уж не так уж и страшно. Вот какой миленький воротничок. Вот такой вот бренд. Не знаю, тоже не слышала никогда. $130 на сейле. Хорошенькая. То есть это, видите, вышивка. Там вот свитера еще у них есть. $125. Красивый свитер, но тоже не в тему. Сейчас лето. Сумочка Guess, которую сделали под Prada один в один. Вот не стыдно им. Только там, по-моему, треугольник наоборот. Пальто. Их фирменная Simons за $100 на сейле. Вот такое. Так себе. Видите, здесь есть еще Сибай Клои. Это как бы, ну, такой полулюксовый. Это такая дешевая линейка бренда Клои. О чем они здесь? Маленькая сумочка. 495. Вот такой мешок. 255. Это кто у нас за бренд? Даже не знаю. Какие-то кожаные сумки за 380. Ох, какое-то название, девочки, я никогда не слышала. Ну, хорошая, симпатичная сумочка. Интересное такое, видите, пластиковый такой крокодил. Ой, черепаховый такой, знаете, замочек. И еще их, у них есть, конечно, наш самый любимый известный коуч. Это самый известный американский бренд. $350. Вот такая сумочка. И вот такие вот есть тоже. И вот такая вот сумка-мешочек. Немножко фурлы. За 438. Блин, какие цены. Мама дорогая, это из ткани. А кожа на $728. А вот такая маленькая 788. Чтобы они были здоровы. Это красивая сумка, только я не знаю, кто это. Маленькая 850. Сейчас пойду, отойду подальше, посмотрю, что за компания. Смотрите, какая вот эта интересная, правда? Форма интересная, $780. Написано Our Italian Leather Bag. Наши итальянские кожаные сумки. А что за компания? Не знаю. Вот эти симпатичные замшевые. Так, шопер 225, вот такая вот красивая 195, ну, потому что она особенно, видимо, не сильно брендовая, но симпатичные сумки, замшевые, видите, этот цвет очень красивый, вот есть такая же коричневая, есть такая же черная, и вот такая вот маленькая, небольшая, черненькая стоит 150. Вот эти классные, большие, большие такие замшевые мешки, $175. Интересно, мне нравится такая. Так, видите, она вот так вот надевается. Тоже написано «Наша итальянская кожаная сумка». Но ни название, ни компании. Просто цена. А там еще внутри вот такой какой-то мешок. Сейчас.
Видите, у него внутри, видимо, кожаный еще вот такой, как будто кошель приделан. Это удобно, потому что, в принципе, она такая не застегивающаяся, а вот здесь вот, вот замочек. Это удобно. Эти красивые цвета. Сиреневый вообще шикарный цвет. Просто шикарный. Вот такая вот на узле таком. Интересно. Кожаные сумочки под Gucci. За 150. Маленькие такие. Видите, есть такой цвет. Зелененький, коричневый. Вот эти под Prada. Синяя и розовая. Коричневая, вернее, фукси. И еще есть вот такие вот. Зеленая, бежевая. За 175. Они все, конечно, кожаные. Вот это очень приятная. Прям очень симпатичная сумочка. Бежевая, зеленая, коричневая, черная. Синяя, кстати, любителям винтажа. Посмотрите, абсолютно винтажная на вид брошка. Серьги и браслет. И серьги стоят $20, браслет 26 на сейле и брошка 26. Супер. И вот здесь дальше тоже, смотрите, какие красивые, совершенно винтажные на вид браслет. Серьги, вот такие серьги и вот такое вот ожерелье за $30. Совершенно винтаж на вид. Я бы подумала, что это винтаж. И они маркированы какой-то компанией. Сейчас рассмотрю, какой. Вот название бренда, но я не смогла. Все-таки моего увеличения не хватило. Но очень красивые. Вот эти серьги вообще бесподобные. За $20. Такие нарядные. И вот эти очень красивые. Боже, как блестят, переливаются. Как настоящие бриллианты. Привет, девушки из примерочной. Ура, примерочки. Магазин большой. Товара очень много, вы видели, я ходила, бродила, выбрать есть из чего, но у меня разбежались глаза. Во-первых, цены безумные, я уж не стала лазить по этим дорогим отделам, потому что я вам только поснимала, а в принципе, ну чего, как бы, примерять эти вещи, которые недоступны никому. Поверьте мне, что в Канаде купить вещь за $500 платьице или там кофточку может позволить себе... Тоже не совсем немного людей. Вернее, позволить-то могут, но здесь другие приоритеты. Они лучше купят новый диван, там, новую машину, я не знаю. Ну, в общем, вы понимаете, да, вот покупать за $500 платьице, это как бы совсем не по-канадски, совсем. Ну, все, давайте будем примерять. Мне очень не нравится это зеркало. Смотрите, я пытаюсь... Мне не нравится эта примерочная, вернее, она мне нравится, потому что она, видите, какая красивая. Здесь такая стенка, но здесь такие неудобные зеркала. Вот я себе, чтобы увидеть себя полностью, я должна прилипнуть к зеркалу, которое сзади меня. И это выглядит очень странно. Как будто бы меня две близнецы. Ну, что делать, как есть. Будем как-то крутиться, вертеться. Давайте примерять. Сразу скажу вам, девочки, в этом магазине я покупаю шоплес очень редко, вернее, никогда. Практически. Размеров не знаю, поэтому как-то так, угадала, не угадала. Ну, посмотрим. Значит, первое, я принесла вот такую юбку, красивую, из шитья. Два слоя в ней. Это размер медиум, она мне маловато. Но здесь, видите, как два слоя. 100% хлопок. И к ней я решила примерить вот такую сиреневую футболку с таким желтоватым рисунком. И сверху вот такой вот, очень понравился мне вот такой кардиган. Без пуговиц, он может быть не слишком, честно говоря, я почему-то думала на вешалке, что он длиннее, видите, он должен, если бы он был вот ниже юбки, было бы самый раз. А так получается, что как-то это вот из-под пятницы суббота не совсем хорошо, но сам кардиган очень красивый, просто он замечательно красивый, он мне прямо очень нравится. Я посмотрю, какой в нем состав, я не уверена, юбка хлопковая, футболка, естественно, тоже, а вот кардиганчик, наверное, синтетический. Сейчас проверю. Ну да, 100% акрил, но он очень хорошенький, видите какой. У него здесь внизу такая вот на рукаве белая полосочка. И то же самое на юбке внизу. Снять себя целиком мне очень трудно, потому что примерочная маленькая. И даже вот в это зеркало я тоже как-то не попадаю. Буду снимать вертикально. В общем, засада, девочки, никак, ни в какое зеркало я не попадаю в полный рост. Малюсенькая примерочная и... Ничего не могу поделать. Юбка по отдельности красивая.
Наверное, вот эта штука тоже по отдельности красивая. Я сейчас попробую ее примерить с чем-то другим и покажу вам. Симпатичная футболка. Стоит она недорого. Не могу найти цену. По-моему, долларов нашла. $25 всего лишь. Ну, обычная, ничего особенного. Цвет приятный. Такое. А эта штучка стоит $70. И видите, это экстра small small. Что-то я... Вроде по размеру ничего, но она коротенькая. Вот ее нужно было бы с брюками, если бы я была. Или в чем-то в юбке более короткой, было бы хорошо. Но короткой юбки у меня здесь нету, девочки. К сожалению. Юбка-то в теории очень красивая. Видите, она сверху на резинке. $80 стоит. Красивая вышивка вот это вот шитье. Но маловато мне. Вот. И как-то с этой майкой, честно говоря, не очень. Платьице. Я вам показывала его в зале. Симпатичное. Какая-то датская компания, но сделана в Китае. Состав не нашла. Ковыряла все этикетки. Нет состава. Написано, что от стирки оно может на 3-5% сесть. Из чего я делаю вывод, что это, наверное, какой-то хлопок. Ну, иначе, чего, синтетика не садится. Вот такая красивая... Здесь кружево пришито, и тут такая завязочка, поясок, все на пуговицах, платье, халат, размер 38, в принципе, нормально мне, то есть 38, как бы, вот здесь вот медиум в эти, вот я с трудом, а 38 это, в принципе, ну, небольшой размер, такой, не очень, значит, но стоило дорого, стоило 220, сейчас на сейле 130, тоже дофига, за платьице симпатичное, но ничего такого особенного, так, чтобы так уж дорого брать за него. Ну, хорошенькое такое, знаете, вот тут почти что в горошек, рукавчик такой с этими, со сборочками. Миленькое. Вот так оно выглядит на мне целиком. И какие здесь примерочные неудобные, девочки. Я прям совсем мне это не нравится. Ну, что делать? Я извиняюсь. Как получается? Немножко напоминает какой-то такой домашний халат, ночнуху какую-то, да? Вот так называется компания. Вот такой воротник. Вот такая вот цена. А видите, здесь написано medium. 212 было, сейчас 129. А здесь написано 38. Ну, пойдешь пойми. Хорошенькая платьица с такой какой-то, видите, ну, цены такие, блин, вообще, не знаю. Вот это платье мне нравится, кстати. Стоит оно $89, размер large. Тут я не ошиблась. Интересное такое, знаете, видите, с запахом. Оно вот так вот прямо вот запахивается и завязывается пояс. И вот такое оно длины, в нем есть карманы. Очень ничего. Очень приятное платье. Хороший такой цвет. Ну, синтетика, конечно. Хороший цвет такой, зеленовато-ментоловый. Есть оно еще в розовом цвете. Очень даже ничего. Такое деловое. Такой запах. Я люблю такие платья. Талию подчеркивает, рукав такой удобный. Ну, неплохо. Ну, вот так будем. Прислоняй сама к себе. Смешно, правда? Вот такой комплект. Честно, мне он нравится, девочки. Я очень люблю вот такие вот вязаные кофты. Кофты, жакеты, кардиганы. Потому что такие этнические, вот связанные именно вот такой вот... вот такой вот вязкой, рукав у него очень интересный, немножко тут в нем блеску, шику, и мне очень нравится, и вот такая же типа этническая юбка, вместе выглядит, по-моему, неплохо, и топик такой я принесла, коротенький такой вид, тоже коричневый, вот, такой отрезанный вот здесь, вот этот получилось неплохо, комплект. Туфли мои не в цвет, ну ладно. Красиво. Мне нравится вот эта кофта, девочки, прям очень. Прям очень. Но все-таки цены как-то, ну, на сейле, я не знаю. Ну, не потому что, а потому что мне не нужно. У меня очень много одежды.
Просто так покупать, потому что нравится, у меня некуда вешать, понимаете? У меня полный шкаф вещей, которые мне нравятся и которые я не успеваю носить. Поэтому вот примеряю, хожу, развлекаюсь, вас развлекаю и заодно не покупаю, потому что я как бы вот, ну, попримеряю и все. И вроде как азарт прошел, охота прошла. Вот мы в полный рост. Мы с моим отражением. И вот так вот, вот так выглядит эта юбка с кофтой. Кофточка узковата, могла быть пошире. Юбка медиум, кофта тоже медиум, а это, по-моему, one size. У нее, по-моему, нет размера. И юбка такая, знаете, видите, она такая длинная, и сзади она длиннее, чем спереди, что, в общем-то, симпатично. Подходит этот цвет мне, знаете, к волосам, правда? Мне кажется, очень красиво. Вот этот вот комплект мне прям очень понравился. Такой, знаете, монохром этнический немножко. А вот кофта вот такая вот без рукава, как будто бы без рукава. И сверху вот можно накинуть вот эту. Получается классно. Мне кажется, хорошо. Я уж и так, и этак пытаюсь отойти, но простите. У меня какая-то дурацкая примерочная. Вот так выглядит этот топик без верхней кофты. Видите, он без рукава. И он вот такой вот здесь отрезанный. Здесь тоже коротенький такой. Очень облегон. Очень. Искала ларч не было. Был медиум и смол. Ну, конечно, надо было бы ларч. Решила я померить вот с этой вот вязаной кофтой. Ну, получше немножко, чем желтой юбкой. Потому что, в принципе, она тоже как бы здесь оборки-оборки. Но она покороче и не такие все-таки здесь воланы, но не оборки. Ну вот так это выглядит вместе с этой штукой, но мне кажется, получше, чем желтый. Вот удивительно, да, ну цвета подходят, а вот, конечно, это вот кардиган, если бы они сделали его подлиннее, было бы намного лучше. Он бы прямо был очень красивый, очень хорошо бы смотрелся. Тем более, что у него такой вот рукав не длинный. То есть на лето как раз в самый раз. Было бы очень кстати. Ну, такая вот длина ни туда, ни сюда. Совсем никуда. Решила я померить эту юбку с этой кофтой. И вы знаете, тоже как-то... Вот она мне нравилась на вешалке, но на мне... Никак. Вот это вот баба на чайник, этот второй слой совсем мне никак не подходит. Ну ни с чем, не знаю, что-то я абсолютно не мою. Такая сильно этника, но к тому же юбка это мне мала. Вот как бывает, на вешалке вещь нравится, надеваешь, ну совсем. Хотя по идее, это вещь, которая мне как бы должна была бы быть хорошо, но совсем что-то не мое никак, ни с чем. Я не помню, я вам снимала цены, если кому интересно, значит, это стоит 50 долларов, вот такая вот. А эта штучка стоит 140, фига себе. Ну, знаете, человек с руками может сам такое связать, купить ниток, я уверена, что это синтетика, и долларов за 40, наверное, связать себе вот такую вот. Вот такую кофту, честное слово. Или в Заре купить на распродаже, она будет стоить тоже долларов 30. Так, юбка у нас стоит... Юбка, кстати, мне понравилась. Она такая интересная, вот эти вот воланы. И как-то она так сделана, она вот здесь вот не собрана, поэтому она не делает из меня бабу на чайник. Цену нет, не могу найти. А вот, нашла, 70 баксов. Ну, не страшно, но... Непонятно за что. Ну и вишней на нашем сегодняшнем торте. Вишней. Можно сказать, вишневым пирогом. Должно было бы стать это платье, которое мне показалось очень красивым и интересным. Но в размер медиум я не влезла. В размер ларч я не влезла. Экстра ларч у них нету. Рам-пам-пам. Поздравьте меня. Но оно действительно красивое. Видите, красивая очень расцветка. Здесь оно сделано на пуговицах, на скрытой застежке. Стоит оно сколько? 90 долларов, 89. И вот здесь вот оно такое интересное, видите, сделано вот как будто бы запах. И здесь три пуговички, и здесь внизу оно расходится в такой разрез. Красивое платье, внизу подкладка. Тоже, наверное, синтетика. Не стала я даже смотреть, потому что, скорее всего, ну, в общем, я в него не влезаю. А,
Здесь еще что интересно, пришиты эти плечики. Что очень классно. Должно было быть очень красивое платье, но что-то с размером совсем мы не угадали. Короче, девочки, заключительная резолюция. Мне ничего не понравилось. Мне все не подошло практически. Примерочная дурацкая, маленькая, зеркала какие-то такие так расположены, что полностью себя снять очень трудно, в полный рост. Вот такая сегодня неудачная у нас получилась примерка. Бывает. Ну и на старуху бывает проруха. Это магазин, в который я очень редко хожу, поэтому я не знаю ассортимент, я не знаю размеров. Поэтому вот такая вот ерунда получилась. Но для разнообразия я решила сюда сходить. Ну вот получилось, что получилось. Может быть, надо было взять Маримеку померить в следующий раз. Напишите мне, если вам интересно. Но это редкий. Маримека очень известный в Европе бренд, но очень малоизвестный у нас. Ужасно дорогой, никто его не носит, никто не покупает, потому что у нас не понимают, за что такие деньги, потому что его никто не знает. Поэтому вот так. Все, девочки, увидимся в следующем видео. Надеюсь, что хоть вы какое-то удовольствие получили. На сегодня все. Пока-пока-бай. Привет с Канады.